Последний звонок – это, наверное, очень важный этап в жизни наших выпускников. Это действительно ступенька перед большой взрослой жизнью. И наших ребят ждет выбор, ждет своя дорога. Действительно, детство нам никогда не вернуть. Оно навсегда останется в школе. Первая учительница, которая стала для нас второй мамой. Первая двойка, из-за которой дома ругали родители. Дорогие ребята, вот вы прошли последний рубеж. Ну, почти последний. Впереди у вас остались выпускные экзамены. И я уверена, что вы пройдете их достойно. Были разные мысли, мы ведь не знали, что сможем мы. Пифагорова штаны во все стороны равны. Почему нет теоремы про свитшоты Джоггера? Что? Ты выучил теорему Пифагора? Ладно, запиши формулу. Пиши, С равно. Не знаем букву С. Буква С. Это не русская С, латинская. О, русская С, С. Да без Э, просто С, пишите С. Ладно, пусть будет С. Не знаю я, теперь горжу ты всем. И я по ним пройти смогу. Соленый тихий океан. И тундру, и тайгу. Спортсмены вырастают из тренера, как ветви из ствола. Я как тренер, у меня все только начинается. И я хотел бы пожелать выпускникам присоединиться, точнее, к пожеланиям. Дальше больше, выше, сильнее. Вон к тем звездам золотым, видите наверху? Это не зря. Сочинения, диктанты многому нас научили. Вы из нас из дилетантов, грамотных людей слепили. По-моему, все видели, как вы в зале родители плакали, и вы нас приглашали. Огромная благодарность этому училищу. Лично мой ребенок здесь со второго класса, с самого начала, дошел до конца. Я этим очень горжусь. Я настолько счастлива. Были взлеты, были падения. Без этого, конечно, никуда. Это жизнь. Родители ждут слезы в глазах, а из принес нас будто вчера. Мой первый вдох, мой первый шаг, быстро минули года. Нежный вальсик первый раз, мы на крыльях летим, прощаться пора. Вам удачи! Вы наши друзья, вы еще.